Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Франсуа Буше. Пастораль из серии «Новые идеи для Шир». 1740 год. Гравюра 50x25. Данная гравюра Франсуа Буше из серии «Новые идеи для Шир» представляет типичный для рококо сюжет пасторали, любовной пастушеской сцены на фоне цветущей природы. Архитектурные руины с фрагментами антаблемента, постамента, колонны и большого вазона в переплетении гирлянд из цветов и листьев помещает все происходящее в мир далекой античной Аркадии, страны Пана и поэтических пастухов, где царят вечная весна, молодость, влюбленность. В центре композиции юноша возлагает венок на голову девушки, которая полулежит среди кустов, ветвей и цветов. Внизу примостилось два путти, неизменных спутники аркадийского мифа. Мотив пагоды или китайского зонтика, помещенного наверху в центре обрамления панели, придает всему мотиву оттенок шинуазри, китайщины, в кавычках, подчеркивая условную театральность представленного сюжета. Буше считался виртуозом в умении выстраивать декоративные кулисы из самых разнообразных античных сельских пейзажных элементов для размещения пикантных с эротическим подтекстом сцен. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Франсуа Буше «Пастораль» из серии «Новые идеи для Шир». 1740 год. Гравюра. Пока-пока. До свидания.